И всем привет, дорогие подписчики канала Брлодыч РП, это на связи ваш доктор Эгман Работник. Он же Альберт Вески. Мы продолжаем. Sonic Lost World, потерянный яр. Да, я буду эту планетку называть потерянным хером. Уж извините, ну, потерянный хекс, ну, звучит же. Ладно, нам нужно идти дальше. В прошлый раз мы тут с вами много чего пособирали. А в сотах можно еще и жизни подокопить, если грамотно все сделать. Я, конечно, хочу сделать, но с другой стороны, давайте все-таки двигаться по сюжету. И сейчас пойдет... сейчас пойдет эта заставка. Поэтому не будем терять ни минуты. Одно слово. Диета тебе прям нужна. А вот тебе три слова. Я думал, что я тебя бросил в пустыне. Не говори с обидным ртом. Да, ты прав. Эй, я забыл про цель. Нужно тебя заблокировать. Эй, ты куда побежал? Ешь с набитым ртом. You look like a giant blueberry, hello. Wonder if those spines will stick to my throat when I... Ладно, вперед. Like a giant blueberry, oh, Lucy. I wonder if those spines will stick to my throat when I swallow him whole. Oh, давай, Yosh. Я не смог забрать. Ну ладно. You're small and fast, but I'm big and slow. Нормально я прыгаю, нормально. Но мне нравится этот уровень, как он такой простенький. Так. Бор. Подождите, как... Нет. А, вот, все. Я думал, на играх надо. Так, несемся. Так, за мной кто-то несет, если заметил, либо... А мы спокойно проносимся. Так. Главное не застрять на одном из подуровней. Thank you.
Есть. Думали, я что, откажусь, что ли, от этой штуки? Ах, красота. Хотя бы одно кольцо ты забрал. Видно было бы, если бы я не забрал его. Мне нравится, что здесь есть задний... О! Мой косяк. Признаю. Мне, кстати, очень нравится эта мелодия. Да. Он не дает мне разогнаться. Я реально не могу разогнаться, не дает как физически мне. Да. Реально не дает, видите, я пытаюсь разогнаться, но я зажимаю, не дает. Походу его засасывает ветер, я так полагаю. Эй, ты что творишь? Реально не может сбежаться нормально. А, можно вот так, точно. Тут можно бежать, оказывается. Это он просто так потупливал меня, оказывается, да? Давай. Ну так, оказывается, топка была. Я бы наверх бы пошел. Но я не знаю, как туда забраться, давай. Давай. Нет, ты куда? Давай. Не дал. У нас хлеба духовичка. А я теперь тебя сожру. А. Вот тебе. Оу. Мои колечки. Ага, колечко. Все, я без колец. Согласен с ежом. А вот это твой жирок. Не дает. Так, принято, погнали. Куда эта лысая зараза делась? Вроде жердяй, а так хорошо. Color Battle Defense. А, это он и был. Вот тебе жирок. Yeah.
Ну хотя бы колечко не дает мне. Вот тебе. Вот победили. Я приду и приду в следующий раз, Ганшот. Если кто не понял, это был отсылка до Доктора Кого. Next time. Мне понравилось. Я надеялся, что ты справишься. Я даже дал тебе самый хороший и лучший сэндвич. А ты и твои гигантские сэндвичи и ничего не смогли мне сделать полезного. Я верующий человек. О, это большие неприятности. Дай секунду, Соник. Соник, я думаю, у Эггмана в руках... Эггман Shell is gone. Это было ожидаемо. Что именно? Когда ломаясь этой игрушки? Когда единственная вещь, которая может контролировать опасную зловещую шестерку, уничтожает какой-то гребаный ежик. Свобода! Стряк, братья, уничтожим их и захватим власть в этом мире. Ой, сами гребаные заразы. Так, это было уже слишком тяжело, Тейлз, но я не хочу даже знать, что будет впереди. Это был не очень хороший, да. Огбат, Кубат, уходим отсюда! О, мэн, я должен слушать теперь тебя, Тейлз. Ты думаешь? После всего этого многие, наверное, думают, что Соник герой. Да он вот так по жизни. Черт, даже каждая анимация по Сонику всегда до того говорят, что он мудак. Смотри, ключ бы ты разварил. Да, пусть останется. Нет, не особо колышу. Так, пройдем сначала. О, новая запасная пушка, прекрасно. Кстати, зато фликов у нас уже набирается меньше, так что, скорее всего, придется возвращаться в будущем на другие карты. И освобождать еще с десяток лишних. Я сейчас пока осмотрю, может, что-то новенькое выскочило. Ну, тут Wildly Hill только разве что, но ее пока не трогаем. На сладенькое оставим. Ну вот сейчас сюда, на тропический рай теперь отправляемся. Кстати, извините, что сейчас немножко подкосячил с озвучкой. Не переживайте, в игровом фильме я озвучу все на высшем уровне, уже с качественным переводом. Причем сейчас пока я не делал особо шортсов по Lost World. Не переживайте, озвучку уже впереди готовится. Так, ну а мы отправляемся дальше. Без анимации? Я думал, хотя бы анимация сейчас будет. Слушайте, а мне нравится вот визуальная составляющая. Ха-ха-ха!
А, я не могу их убить, да? Хорошие булочки. На всякий случай пока не трогаю. Отойду сейчас подальше. Хочу посмотреть, есть ли тут где-то красное кольцо на одной из пальцев. Скорее всего, вот здесь где-то есть колечко. Я захватил эту штуку. Так, я походу вышел через какой-то гейзер-парк. Так, ясно. Мы изучаем местность, так сказать. Хорошие птицы, но плохо стреляете. Музыка мне нравится. Очень, я очень люблю такую тропическую музыку. Так. Правда, я не понимаю, как управлять вот этим вором. Походу, тут есть несколько уровней. Ну ладно, хотя бы парочку жизни наберем здесь. Район. Тут где-то, наверное, была красная, но я ее не увидел. Это надо повнимательнее изучать эту зону. О, фатики. У нас пара жизней уже в запасе есть. Так, неплохо, но мы без жизни. Давай. Уничтожаем все, собираем по больше, чтобы у нас запас был хороший. Но Lost World не реально нравится, хорошая игра. Интересный сюжет, хорошая подача. Так.
какая-то гигантская дыма сожрала. Я же пока еще тебе не вижу колечко. Попробую так. Это я не уверен, что на одном из них. Вот так соберусь и пробежимся с вами спокойненько. О, кстати, очень удобно что-то. Вот так. О. Так, кого-то спас. Порядок я... Поезд. Там же было сказано 1, 2. Или только обратный порядок. Тёртку нужна была включить. Ну, да. Так, вот здесь надо все изучить. Кстати, странно, что он сейчас заметился. Он не должен заметиться. А вот здесь слишком очень много деталей. Извини, что немножко замедляется, не должно быть такого. Скорее всего, здесь реально вот очень сложно ловить. Как я запускаю ее через скин. А там есть хороший способ, как можно упростить игру, то есть в том плане, чтобы она работала адекватно. Адекватно оптимально. Правда, я не понимаю, что мне тут делать. Попробуй вот это ударить. Нет. Ой, нельзя. Это нельзя трогать. Допустим, тогда как мне? Нет. Давай попробуем еще раз. Я-то не возражаю. Так, зато, кстати, давайте вот это вот. Так. Сейчас соберем все по правилам. 5, 4. Вот тут реально меня проседает. 3.2 должна быть. И 1. Так, ну мы жизнь дополнительно получили, хорошо. Только я не понимаю, что мне тут делать.
я немножко реально застрял. Лететь оттуда мне не получится. Причем они все летят в разную сторону. Можешь мне по этим орехам скакать, но не дает система. Да, не дает. Я даже чисто если в них врежусь, упаду. А, ну три пути я тут не вижу. До туда не долечу. Надо понять, куда мне двигаться. И они попадают друг в друга, стреляют друг в друга. Так, вот тут я... реально что-то заблудил. Так, подождите-ка. Так, давай-ка не ускорись. Так, он не то. Так. Так, спокойно, Ёж. Пытаюсь найти одну кнопку. Не та кнопка. Не та. Не та. А, по-моему, тут даже... Во! Вот. Все, я понял, как это делается. Я все равно не понял, что мне тут делать надо. Это я сохранил, но... Мне бы умычал бы. Как его вызвать? Реально, мне сейчас нужна подсказка. Я не погибаю, куда мне двигаться. Я вроде пришел куда надо. Правда, что-то туда ускоряться. Может, реально, кстати, чисто ускорение сделать? Нет, ну что, все элементарно же просто. Может, и здесь тоже самое. Вроде тут ничего больше заточения не находится. А, стоп. А, не только зазрел красное кольцо, это каркус. Думаю, здесь все красные, все колечки чисто собрать надо. Давайте соберем, потом ускоримся. Жизнь у нас с вами полно, проблем точки не будет. Так. Так, ну он зацепился. Хорошо. Пока. Пока живет. Это какой-то капустный лабиринт. Запрыгнуть получится. Они слишком высокие для него. Ладно, давайте ускорение там сделано, там посмотрим.
есть они в любом случае летят в ту сторону. Вот заодно я вспомнил. Да, он куда-то полетел. То есть, если ему дать хорошее ускорение... Да, он летит куда-то. Так, это похоже. Так. Можешь не на этих снарядах долететь до туда. Не реально. Так. Я реально не вижу, как мне отсюда выбираться. Так, сзади и вообще нельзя никак трогать. Сзади и трогать вообще нельзя трогать эти кокосы. Как надо было не любить кокосы, чтобы сделать их снарядом, как я говорю. О! Вот это побыстрее он стал двигаться. Я не понимаю, куда мне здесь двигаться. У меня темный лес какой-то. Там какое-то яйцо. А, подожди, там тот уровень, с которого мы начинали. А. Спасибо. Давайте сразу так. Потому что я реально не понял, где я оказался. Что мы там делаем. Корабль-то мощный. А, вижу тебя. А вот тебя я заберу.
вроде как бы ты прошел. Так, и что мне опять делать тут? Тут опять какой-то цветок. Это бабочка. Может еще таки поднимать? А. Так, ну вот еще одну свободу. Так, что если здесь, конечно, много таких вот неосвобожденных? Что тогда? Ну, хотя бы жизнь себе сделал, уже хорошо. Или это верхний уровень специальный такой? Нет, смотрите, вот здесь опять вот это... А, то есть я не могу убить, да? Я их бить не могу, я их помочь не могу. А что я могу с ними делать? Или мне нужно собрать здесь все кольца? Давайте попробуем все кольца собрать. Зона небольшая, я думаю, справлюсь быстро. Не знаю, что, чем это должно помочь, но чем-то это помогает. Там есть цветок, но я не знаю, как его активировать. Этот цветок на каждом подборе. Без исключения. Так, минутку. А тут какой-то баланс, что ли, нужен? Может, по балансу выставить? Давайте, кучечки, по балансу. По балансику.
походу, бы сам мог. Своеобразный растак от кулаки. 1, 2, 3 себе. Это я сейчас не специально, я случайно. Так. Воспользуюсь вашим предложением. Приятная музыка, но вот здесь прям замучаешься. Там же. Чтобы я отказался от сбора жизни, ты это прям издеваешься надо мной. Халявные жизни, где вы такое видели? Ну, нет, вы видели, конечно, они думали, где может быть на пары. Ну, чтобы вот на халяву раздавали. Да. Ну, видно, уровень сделан скорее так, чтобы ты хотел быстро его пройти. Хочу быстро его проходить. Чисто! Все спасены. Хоть с трудом. Я сам, ребят, смотрите в записи, пожалуйста, напишите комментарии в Телеграме, либо прямо в Ютубе. Как вот эти две платформы, которые в сеточку, куда мне оттуда бежать, я это не знаю. Ой, кошмар, Кумот. Я знал, что ему нельзя доверять. Мои голосы, как фашисты. Соник, спасибо тебе, все из-за твоего. Мой капфон-коуч был только что единственным, который мог контролировать эти дела. Итак, это какая-то естественная мистическая сила. Очень мистическая и очень опасная. Зенити должен был обилити манипулировать магическими щитом. Они могли бы сделать электронику, взять моих мехов под контроль. Это очень интересно. Я потерял контроль над всеми своими. И все из-за тебя, Соник, из твоего тупого решения. Потерял Эггман, и ты потерял контроль. Я надеялся, что Зенити съест твою же гребаную жизнь. Ты гребаный медленный хэджок. О, если бы я мог здесь сделать, то Эггман должен быть... В общем, я никогда не понял, я и сказал, что... Эй, Фокс, пожалуй, манипулировать. И это мой гребаный план. Лезут, всегда лезут. Я реально загижу, не поспел. Вот почему я записываю каждый эпизод по 10. Еще правильно.
чтобы у нас вышло хороший, шикарный игровой фильм. Так что не переживайте, у нас полный набор комплект будет. Но зато мы, кстати, там уже собрали сколько надо. Но надо будет фильм потом в будущем сам собирать. Ой. Я впервые уже не поспеваю за катсценами. Время в этой игре. Просто в предыдущих я поспевал, а здесь нет уже, я не поспеваю. Ну, так или иначе, ребят, я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Ставим лайки, пишем комментарии к этому геймплею. Ну и, конечно же... подскажите, как с этими сетками, как оттуда выбираться, я не знаю. Удачи. А, и Соник, ты мудак.